Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычка разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить что, все что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались. Это сегодня уже абсолютно очевидная вещь. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа.